ГП «Почта Донбасса» ввело в обращение марку с изображением великого русского поэта Александра Пушкина. Торжественное гашение марки состоялось 6 мая в Художественном музее столицы ДНР. Сегодня мы открываем наш новый проект. Это проект государственного предприятия «Почта Донбасса» и Донецкого республиканского художественного музея. У нас будет спецгашение марки, посвященного Александру Сергеевичу Пушкину. Выпуск новой марки номер 148 состоялся в рамках республиканской программы «Год русского языка». Кроме этого, в честь празднования 220-летия со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина был выпущен арт-календарь тиражом 220 экземпляров. Мы сегодня пошли дальше и сделали еще один арт-проект с нашим уважаемым художником Равилем Акмаевым. Это арт-календарь. Арт-календарь, в котором мы изобразили работы Равиля Акмаева, где мы их украсили интересными, неизвестными фактами из автобиографии великого поэта. Как рассказал донецкий живописец Равиль Акмаев, работа над календарем проходила довольно сложно, но плодотворно. Он отметил, что для того, чтобы создать иллюстрации и разбавить календарь интересной информацией, ему пришлось изучить много неизвестных источников о жизни поэта. Да, я много потратил времени, да, очень много перелопатил. Ну, во-первых, каждую работу, прежде чем делать, я тоже очень большой объем информации перелопатил. И когда пришла пора делать этот календарь, я решил не просто картинки делать, типа каталога какого-то там, ну, удивить кого-то картинками. Тем более, почти все эти работы уже, в общем-то, экспонировались, видели их. А я решил туда внести, ну, я вижу, во-первых, одну из первых задач всякого искусства – это нести информацию. Глава ГП «Почта Донбасса» отметил, что создание календаря и выпуск новой марки ко дню рождения Пушкина далеко не последние в этом году. В рамках программы «Года русского языка» в ДНР планируется выпуск еще нескольких марок, чтобы напомнить жителям республики, насколько важно знать и помнить великий русский язык и его основоположника Александра Сергеевича Пушкина. Дарья Шарапова, Алексей Полянский, Новороссия ТВ.